И всем привет, дорогие друзья, с вами Крипер. Сегодня мы будем играть в Bedwars Minecraft. Погнали, короче. Что же сегодня за Bedwars? Просто Bedwars, как вы знаете, да, играть в Bedwars и все. Да. Я умею. Так. Да. Только почему-то у меня сейчас игроки лагали, значит, у меня лагает интернет. Это очень плохо, очень-очень плохо. Я не знаю, сейчас мы поиграем сначала как бы одиночную игру, потом тим игру, потом опять одиночную, потом опять тим. Я не знаю, короче, сколько я вообще каток поиграю, но вот, да. Извини. А, так ты чё, читер, что ли? А, ну так мне не победить эту карточку. Он читер. А, красный там с синим дерется, серьезно? Так, стоп. Если я сейчас достроюсь до красного, то, по сути, я могу... Я не достроюсь до красного. Тимица. Вы меня бесите оба. Опять бежит. Беги, беги. Пока можешь. Ну-ну. Давай, давай, палочкой меня. Дебил, блин. Реально дебил. Да ты тупо... Что? Я сейчас на грани нервного срыва, потому что меня эти палочники реально бесят. Ты меня хоть не беси, пожалуйста, дай мне тебя сломать спокойно. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, я прошу тебя. Бра. Вот откуда тут вообще зеленый? Гитлер капут. Ой, это надо вырезать, да? Ой. Ой.
Меня бесят эти немцы. Да, реально, вот они с немецких серверов приходят и разносят игроков. Я убил Гитлера. Ё-моё. Я Гитлера убил, ребята. Тоже что же за фигня-то такая? За два удара? За два удара. Или за один, сколько он мне там нанес? Вроде даже один, кстати, был. То есть за два или за один удар он меня просто взял и убил, да? Ну, конечно. Спасибо, да. Ну, а с вами был Крипер, и эти тупые палочники. Меня реально они очень бесят. Просто реально эти тупые палочники. В прошлый раз я умер из-за палочника. Сейчас я тоже умер из-за палочника. Потому что он пришел, скинул меня своей палкой. Если бы он меня не скинул, я бы, возможно, бы его убил. Но нет. Пошел ты в жопу, так сказать. Ах, господи. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока, ребята.